Сегодня утром в 4 часа вышел, хотел ехать на поезд, встречать людей. Выхожу, обхожу машину, смотрю, нет заднего номера. Обошел машину, смотрю, за дворником висит записочка. Написано «Верну номер, звони» и указанный номер. Позвонил по этому номеру, телефон недоступен. Потом позвонил сотрудникам полиции. Они приехали, сказали, что за сегодняшнюю ночь 4 кражи совершено. Те же самые записки у них находятся. Ну, в оконцовке я дозвонился по этому номеру. Человек, который снял номер, говорит, чтоб я перечислил ему на этот номер 1000 рублей.